Hey, ребят, всем привет, с вами Косёк Гасанов. Где-то полтора месяца тому назад Мамонда мне предложили пройти тест ДНК на мое происхождение. Я сдал свою слюну и все это время был в ожидании. И вот сегодня мне пришло письмо. Я еще не открывал письмо, я не знаю, что там. Что это за ДНК-анализ? Этот ДНК-анализ покажет мое происхождение со стороны матери и со стороны отца. Если вы девушка, то в вашем случае можно посмотреть только со стороны матери, но если вы хотите увидеть полную картину, тогда нужно, чтобы ваш отец тоже сдал ДНК-анализ. Вообще, по национальности я считаюсь азербайджанцем, у меня родители азербайджанцы, и мама, и папа. Единственное, у нас, по-моему, у мамы прабабушка, по-моему, осетинка. Также мы знаем, что предки дедушки — это иранские азербайджанцы. Но, в принципе, все, 99% моей семьи, все являются азербайджанцами. Мы все считаем себя азербайджанцами. Он не показывает прям национальность, потому что такой национальности изначально, как азербайджанцы, не было, имея в виду там много-много тысяч лет тому назад, народы, которые скучковались на территории Азербайджана и образовали, собственно, такой этнос, к которому я принадлежу. Я волнуюсь, если честно. Он покажет, как двигались мои предки, опять же, также он покажет, есть ли у меня в ДНК неандертальцы. Неандертальцы вымерли, мои Homo sapiens, они вымерли, но у некоторых людей до сих пор есть в ДНК до 5% от неандертальцев. Я открываю результаты. О мой бог! Я в шоке, у меня аж глаза заслезились. Окей. Этнический состав у меня 67,88 это Азия. 31,73 это Европа. И 0,39% это Океания и американские индейцы. Опять же, неудивительно. Из 67%, 45% это у меня Ближний Восток. Из 45%, 25% это Восточное Средиземноморье. Таковым относятся жители Кипра, иорданцы и ливанцы, населяющие Ливанскую республику. Почти 10% во мне армяне. Один из древнейших народов мира. Страна, которую населяют армяне, признана одним из самых древних центров мировой цивилизации. У армян и у азербайджанцев сейчас конфликт политический. Раньше два этих народа жили очень дружно вместе, но сейчас они ненавидят друг друга. Я уже говорил во многих своих видео, что я прекрасно отношусь к армянам и не разделяю азербайджанцев и армян, потому что в моей семье нет такого. Из 110% во мне, на самом деле это много, это Армения. 10% дальше это Абхазия и Грузия. Я на 10% грузин. Окей, я родился в Грузии, и моя... О, боже мой, это так странно видеть свой ДНК. И 1.5% во мне — это жители Аравийского полуострова. Это арабы. Мы все называем друг друга русскими, белорусами, китайцами, французами и так далее. Но, по сути, наши национальности образовались тогда, когда все племена с друг другом совокуплялись, наверное, можно сказать. То есть, вы поняли, да? 45% во мне — это Ближний Восток, и сейчас 20% во мне — это Южная Азия. Южная Азия. О, боже мой! Офигеть! Офигеть! 20% в моем ДНК — это Пакистан. В основе, в этносе жителей Пакистана — это иранские народы. А я вам говорил, что я связан с Ираном. А, собственно, поэтому во мне 20% Пакистана. Но большинство населения Пакистана — это те или иные народы Ирана. 0,5% — Южный Китай. Ребят, представляете? И 0,5% — Индия. 3% ДНК во мне — это тунгуса-маньчжурские нанайцы. Это мы говорили про 67% моего ДНК. Сейчас мы поговорим про 31%, это тоже огромный процент, про Европу. Давайте посмотрим мой европейский состав. 17% во мне — это северные кавказцы. Кто такие северные кавказцы? Это адыгейцы, это балкарцы, это северные чеченцы, кумыки, коренные народы Дагестана, это лезгины, осетины и так далее. Дальше уже идет совсем-совсем чуть-чуть. Это 1,43 во мне — это Чувашия. Интересно, вот как вообще Чувашия появилась? 1,26 — Центральная Россия. 0,04 — Белоруссия и Украина. 0,03 — Венгрия. 0,02 — Финляндия. 8% во мне — это Италия.
Франция есть немножко, Шотландия, Англия чуть-чуть. Из 100% из 100 на 25%, я вот буду прямо здесь внизу писать, на 25% я принадлежу к народам Восточного Средиземноморья. Дальше по численности у меня идет 17,47 страна Пакистан, но опять же я говорю то, что пакистанцы состоят в основном из народов Ирана. Поэтому вот, скорее всего, это число, это народы иранского какого-то происхождения. Дальше у меня идет 17% Северный Кавказ. Это такие народы, как адыгейцы, горные балкарцы, кумыки, южные лезгины и так далее и тому подобное. Я извиняюсь за шум дождя. Дальше на 9,5% у меня идет Армения. После этого на 9,2% у меня идет Абхазия и Грузия. На 8% у меня идет Италия. Какова доля неандертальцев в моем геноме? 2%. 2% во мне это неандертальцы. Чтобы долго не рассказывать, я уже сам подробно изучу, я вам просто покажу, как двигались предки моего отца, и вы сейчас это увидите на карте. Вот именно таким образом они двигались. Это просто безумно интересно. Что касается предков моей мамы, они двигались вот таким образом. Тоже, естественно, начинали с Африки. И вот так. Все. Здесь также есть поиск родственников, но, к сожалению, я вам сейчас не могу сказать про родственников, потому что здесь написано, что поиск родственников не производился. Ближайшее обновление базы состоится через неделю, поэтому только через неделю я смогу узнать, сдавал ли кто-нибудь из моих родственников ДНК. И если найду каких-нибудь родственников своих, то я с вами обязательно поделюсь. Надеюсь, вам понравилось это видео, и теперь, когда мне будут задавать косяк кто-то по национальности, отправляйте смело им это видео. Потому что национальности — это просто все в кавычках. Мы привыкли говорить, что мы то или иной национальности, но по сути мы состоим из разных племен, из разных народов, и в наших ДНК есть много кто, например, как у меня. Это и итальянцы, это и Кавказ, это и Азия, это и Пакистан, это даже Россия, это даже Украина, это даже Беларусь. С вами был Косёк Гасанов. Если вы сдавали такой ДНК, то можете писать внизу в комментариях. Пока-пока.